коридору. Срежем через аудиторий. Джоэл, не в ту сторону! Сюда! Тут можно пройти. Прорваться помимо этих. Похоже, через коридор можно пройти. Помоги открыть. Ты готов? Еще раз. Давай. Сейчас набегут. Подопрем двери. Долго не выдержит. Это не к добру. О, нет. Это что за хрень? Твою сопля! Чего? Элли, прячься! Разберусь. Господи, почему он такой раздутый? Давно болеет. Вот и разнесло, как утопленника. А, потому и топляк, ясно. Не хочу прерывать ваш урок биологии, но давайте свалим отсюда. Нахер. Лезем наверх. Подсади меня, Джоэл. Лезем наверх. Ага. Давай. Лезем, лезем. Джоэл, сзади! Твою мать! Охренеть!
прикончи его! Ненавижу эту пакость! Сними все, залезай! Быстро! Подтяни! Все. Перебьют. Еще одна лестница. Беги, беги, я за тобой. Скорей. Внутрь, живо. Да уж, лучше некуда. Так. Ладно, я пойду осмотрю дом. Билл? Ничего не выйдет, все барахло украли. Да? И какой у нас план Б? Радуйся, что ты вообще еще дышишь. Это и есть план А, Б, В и даже Г. И вот что, пусть Тесс берет про свою девку вообще молчи. И вместе с ней заткнись, идет... понял? Боже. Это что, твой знакомый? Фрэнк. Что за Фрэнк? Мой партнер. Только этот дурак мог носить такую рубашку. У него укусы. Вот. И... Он явно не хотел превратиться... Ну и... Ага, не хотел. Да к черту. Полюбуйся. Даже бензин есть. Мой аккумулятор. Вот ублюдок. Вылезай. Вылезай! Ладно, садись. Аккумулятор сел. Но элементы живы. То есть? То есть подтолкнем, заведем, и тогда аккумулятор зарядится. Ты уверен? Ну ты же хотел план Б. Вот он, пожалуйста. Что делаем? Ты рулишь, мы толкаем. Слушай, это тоже мое барахло. Ты что, решил меня обокрасть и смыться? Так что ли, Фрэнк? Можешь обыскать дом. Найдешь дофига полезного. Это мысль. Я крикну. Готовы?
Ты справишься? Да легко. А ты молодец. Имей в виду. Я не подведу. Ладно. Билл, я нашел записку. Ты бы прочел? Вот значит как. Хрен с тобой, Франк. Придурок. Ну идем. Билл, навалились. Пусть она сядет. Я уже сижу. Просто поставь ногу на сцепление, и когда мы покатим... Я знаю, резко отпустить. Откуда ты знаешь? А, главное, сделай как надо. Элли, готовься. Давай, жми, выживай. Отлично. Эй, ты молодец, девчонка. Билл, помолчи. Элли, попробуем еще раз. Соберись! Теперь с другой стороны, слева! Хотите быстрее? Толкай! Толкай! Эй, прямо за домом, справа! Элли, не глуши мотор. Из-за нее мы чуть не погибли. Но заметь, она знает, чего хочет. Ты не жилец, брат. А, да. Вот.
Что это? Пригодится, чтобы сливать топливо из бензобаков. Спасибо. Билл, по поводу твоего друга. Это тяжело. Я... Мы в расчете? В расчете. Тогда вали из моего города. Элли, ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Ну, там, убила. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Ну... Вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Ох, блин. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы слиплись. А... Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! А знаешь... Мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь, а? Я не устала. Нет, только не это. Просто отлично. Что теперь? Ладно. Эй! Прошу! Охренеть! Помогите! Мы ему поможем? Элли, пристегни ремень. А этот человек? Придуривается. Alone and forsaken by pain and by man. Oh Lord, if you hear me, please know I can open the Так вылезай, скорей! Иди сюда! Обцепись, недоноса! Джон! Покажу. Вот ублюдок. Вставай. Да что с ними такое? Отдышись. Мы уходим. Ладно. Берегись! Лежи!